Хочу сказать, что это прекрасный артист, уже с большой буквой артист. Артист нашего лейбла, компании CityLand. Семен Розов, воспитанник Сергея Кузнецова, к сожалению, покойного, светлая ему память, который написал все песни для группы «Ласковый май». И с учетом того, что, ну, большому сожалению, этих людей нет, что Юрия Шатунова, что Сергея Кузнецова, это творчество несет и продолжает вот этот мальчик прекрасный. Зовут его Семен Розов. Запомните его имя, потому что скоро он будет собирать стадионы с новыми песнями, которые вы можете посмотреть в Ютубе и на других цифровых площадках. Песни, которые написал Сергей Кузнецов специально для Семена Розова. И подтверждение этой популярности сегодня прислал нам сервис YouTube, потому что он просил специально меня поздравить Семена с тем, что его многомиллионные клипы, которые собирают много миллионов просмотров на YouTube, собрали первые 100 тысяч подписчиков. Друзья, давайте его все вместе поздравим. Это восходящая звезда. И уже почти вошедшая, можно сказать. Семен, ты большой молодец. И молодец твой папа, то, что он разглядел этот талант, и то, что он несет людям этот талант. Я очень рад, что мы вместе работаем. И я рад, что твоя звезда восходит вместе с нами. Я тебя очень люблю, обнимаю. Уверен, что ты скоро будешь создавать большие стадионы. И это первое подтверждение тому, первая ласточка этому. Поздравляю тебя, дорогой, это тебе. Давайте сфотографируемся. Да кто еще не подписан на Семена Розова в Ютубе, ребята, это точно надо исправить сегодня. Ну что же, звезды зажигаются и зажигают. Это действительно кому-то нужно. Это нужно всем присутствующим. С днем рождения новой звезды! С днем